В минувшие выходные состоялись выборы депутатов в Государственную Думу. После секретарь регионального отделения «Единой России» губернатор Сергей Носов обратился к колымчанам и поблагодарил их за участие в выборах. Он подчеркнул, что активная позиция и неравнодушный подход граждан – это залог развития и процветания Магаданской области. Уважаемые колымчане, избиратели, благодарю вас за участие в выборах депутатов Государственной Думы. Ваша активная позиция и неравнодушный подход – залог развития и процветания Магаданской области. Вы оказали высокое доверие партии «Единая Россия» и ее кандидату Антону Александровичу Басанскому. И это доверие предстоит еще оправдать. Особые слова благодарности говорю работникам избирательных комиссий, которые на протяжении 3 суток обеспечивали работу на участках, создавали все условия для максимально безопасного и честного голосования. Наравне с вами работали общественные наблюдатели, благодаря которым выборы прошли открыто, прозрачно, без нарушений. Дорогие друзья, впереди много созидательной работы. Только вместе мы сможем эффективно реализовать все намеченные планы и проекты.